Но главное, что ты жив, в каком-то смысле. Что это за место? Сектор утилизации. Он временно закрыт, так что здесь никого не должно быть. Осмотрись внимательно, в этих туннелях есть служебный выход наружу. Как бы сказать, это устаревший вес от тебя самого. Всего лишь списанные и отработанные прототипы. Ты что, умом тронулся? Причем здесь я и эти стальные болваны? Если не хочешь такой же участи, поспеши. Насос неисправен. Для доступа приложите карту спецслужащего. Разгерметизация всем сотрудникам покинуть помещение. Насос неисправен. Для доступа приложите карту спецслужащего.
сигнализация всем сотрудникам покинуть помещение. Доступ разрешен следующим лицам. Доктор Джекил.
и результатом совместной работы с НМ стала новая технология переноса сознания. Мы сохраняем лишь префронтальную кору мозга, как это делает нейротех, а память копируется на отдельный носитель. Таким образом, модуль разума от нейротех можно вживить в череп пациента через специальный слот. Что? Перенос сознания? Но модуль еще слишком плохо приживается в искусственном теле. Наша работа требует все больше живых тел для создания гибридов. Мы собираемся начать... Ошибка чтения файла. О чем он говорит? О том, что файл записи поврежден и... Какой файл? О чем болтал этот важный индюк? Слушай, не пугайся, но ты продукт кибернетики, живая личность в гибридном теле. Скоро все поймешь. Замечательно. Да не переживай, идем. Что тут вообще происходит? Эй, я тебе не... Ты можешь пройти. Лифт не работает. Поговорите с администратором. Лифт не работает. Поговорите с администратором. Тихо, тихо, тихо. Полегче с этим. Лифт не работает. Поговорите с администратором. Тихо, тихо, тихо. Я понял, я сдаюсь. Эй, я тебя не видел.
Я сдаюсь, сдаюсь! Доктор Гибсон, наш прототип самостоятельно покинул лабораторию. Вы знаете об этом? Да, знаю. Им кто-то руководит. Прототип хотят выкрасть. Пока не знаю, кто и зачем, но я разберусь. Неважно, все под контролем. Правда? А мне показалось, у вас проблемы.